Когда мы были в турне с Оззи, у нас всегда были эти безумные закулисные вечеринки. Он мог зайти в наш автобус и сказать: «Я еду с вами до следующего города». И он, блядь, засовывает руки в карманы, там, либо куртки, либо штанов, и достает оттуда, блядь, два здоровенных пакета кокса. И говорит: «У меня два пакета этого дерьма». И мы начинаем. Все переходим в конец автобуса, и, блядь, все унюхиваемся коксом. Всю эту, блядь, 10-часовую поездку на автобусе. Иногда мы останавливались в отелях типа Four Seasons, Ritz Carlton, где, вы знаете, там мама, папа, счастливая семья, плаваем в бассейне и все такое. И вот их маленький курорт, и тут приезжают Мотли Крю и Оззи, и все нахуй взрывают. И были эти соревнования, кто сделает что-нибудь мерзкое? Ну, это начал все Ники. И вот мы сидим бухие около бассейна, Ники начинает ссать на землю и слизывать свою мочу. Оззи просто пришел в восторг, ударил ему кулаком и тоже начал лизать мочу Ники. И мы такие: «Ой, блядь! Охуеть! Че с вами, мужики?» И весь отель просто охуевает. Охрана вышвырнула нас от бассейна, а они устроили это соревнование. Занюхивали муравьев там, блядь, слизывали мочу друг друга. Ну, я ему говорю: «Все, чувак, давай я просто отведу тебя в твою ебаную комнату, ты просто отдохнешь, хорош». А он говорит: «Да, блядь, ладно», и продолжает. А я ему: «Чувак, пожалуйста», схватил его, говорю: «Все, хорош», засунул в лифт. Нашел его комнату, сунул ключ, говорю: «Все, приятель», толкнул дверь, типа: «Давай, приятель, ты в своей комнате, пока». А он говорит: «Нихуя, давай-ка, друг, заходи». Я говорю: «Блядь, я же почти ушел». А он заталкивает меня в комнату, снимает штаны и просто начинает срать на пол. Огромная, блядь, пирамида говна на полу. И я, блядь... А он говорит... Я говорю: «Все, я пошел». Он говорит: «Нет, блядь, заходи». И затягивает меня обратно. Берет вот дерьмо, прямо руками берет, и начинает размазывать его по стенам этой ебаной комнаты отеля. Я ему говорю: «Чувак, я пойду, но это же просто пиздец». Развернулся, и вот помню, увидел его, как он рисует своим дерьмом на стенах. И я подумал: вот он мой шанс. И я просто съебался оттуда в ужасе. Но это было, знаете, это какой-то другой уровень дерьма, и я пока не готов подняться на него. Мне нормально ходить в унитаз.